Привет, меня зовут Марина, а ты попал на мой YouTube-канал. Сегодня я наконец-то снимаю новое видео, а именно, как сделать GIF, или, как все говорят, гифку на телефоне. GIF мы будем делать на андроиде. Давайте поскорее начнем. Приятного просмотра. Для начала нам надо записать видео, которое будет длиться от 1 до 4 секунд. Заходим в Google и пишем вот это. Затем нажимаем туда, куда показывает красная стрелка. А потом находим то самое видео. GIF готов, а теперь надо его сохранить. Ищем тот GIF, который мы только что сделали. Нажимаем на карандашик, чтобы убрать водяной знак. Его тут не очень сильно видно, но он есть, если приглядеться. Сейчас мы должны будем выбрать формат, благодаря которому не будет видно водяного знака. Затем заходим в Play Market и скачиваем вот это приложение. Нажимаем Gbox Keyboard. Заходим в Instagram. Теперь у нас другая клавиатура. И мы нажимаем на вот этот значок. Размещаем нашу гифку так, как нам нравится. Ну вот и все, готово. Получилось просто супер. Подпишитесь на мой канал и поставьте лайк, если это видео было для вас полезным. Ну что ж, а на этом все. Всем огромное спасибо, что посмотрели это видео до конца. И всем пока-пока.